Как принять ответственность на себя? Ну, на самом деле, вам не надо принимать ответственность на себя. Ответственность уже на вас. Мозг ваш, вот он колобродит, он совершает ошибки, он действует зачастую движимый какими-то своими не вполне осознаваемыми вашими потребностями. Он запомнил кучу всякой ерунды из массовой культуры и так далее. Вот. И вам может казаться, что ну, надо как-то дополнительно взять ответственность на себя, но если вы посмотрите на это с точки зрения метасознания, о котором я рассказываю в «Красной таблетке», то вы увидите, что ответственность уже лежит на вас. Вы совершаете поступки, вы принимаете решения. Хотите вы или это нет, вы вынуждены это делать. Вы сегодня проснулись, это был поступок. Вы сегодня почистили зубы, это было ваше решение. Они происходят постоянно. Вам не нужно брать какую-то дополнительную ответственность, там, клясться перед кем-то, вставать на правое колено и говорить: «Боже, Боже, значит, вот, беру ответственность и буду ее нести торжественно». Да не надо, в общем, она все равно на вас. Дело в том, что просто эти последствия, эти действия, эти решения имеют последствия, про которые мы не всегда думаем, не всегда осознаем их значение в масштабе собственной жизни. И вот идея и «Красной таблетки», и в свое время я еще писал книгу «Быть эгоистом», вот, в которой это я отдельно очень так обстоятельно разъясняю. Мы в любом случае будем принимать решения. За этими решениями в любом случае придут последствия. И с этими последствиями нам придется иметь дело. И вот рациональный, здравый подход состоит в том, чтобы продумывать последствия собственных решений.